И в продолжении празднования Дня Матери в Кунгуре в центре досуга Нагорный также для всех мамочек устроили праздничный концерт. Приятные сюрпризы ждали главных гостей. Спасибо. Уже в фойе центра досуга каждые гости вручали бумажный цветок в честь теплого и нежного праздника. А в концертном зале всех ждал праздничный концерт, где юные дарования исполнили свои лучшие номера. Но помимо добрых слов, сказанных мамам на празднике, были озвучены победители 4-го городского конкурса «Хлам-арт». Здесь мамы и их детки давали таким вещам, как лотки из-под яиц, фантики, коробки из-под сока и другим вещам вторую жизнь. Работ, посвященных году российского кино, было много, поэтому жюри выбрали 20 победителей. Первые места завоевали сразу 4 работы. Это «Коза Дереза», которую изготовила семья Поповых, коллективная работа по изготовлению курочки Рябы из 21-го детского сада, трехглавый «Змей Горыныч», изготовленный Данилом Дуниным. Но самым популярным экспонатом конкурса «Хлам-арт 2016» стал электроник. Семья Миши Котельникова из поселка Комсомолец проявила изобретательность и создала его из старой техники. Все победители были отмечены памятными подарками и дипломами.